Ну вот мне великий друг сказал, что не надо браться за заведомо провальное дело. Слушайте, друзья, когда он это сказал, я подумал, черт подери, какое хорошее дело взяться за заведомо провальное дело, друзья. Вот, понимаете, вот такой я человек, хотя человеком я не люблю называться. Такое чудовище, давайте скажем так, потому что у меня какой статус? Либо чудовище, либо инопланетянин. Вот. Вот такое я чудовище. Потому что, друзья мои, вот я уже говорю про события, да, что это как события, осуществившиеся и не осуществившиеся. Это как клавиатура фортепиано у рояля. То есть, если ты нажал пальцем, да, звук звучит. Но ты же не нажал на все остальные. Вот как вот понять, что все остальные струны, опять же, теория струн, вот звуки, они не существуют, что ли, раз их не нажали, а? Ведь это не так. Они существуют, несмотря на то, что их не нажали. Поэтому события, которые не случились, по моим представлениям, они существуют. И они абсолютно равноправны со случившимися. Вон, видишь, какая печуга. Интересная какая печуга. Вот, и поэтому, что касается, значит, заведомо провального дела, за безнадежное дело не браться. Но это американские инвесторы действительно так и рассуждают, что там какой-то стартап, который безнадежен, они в него не инвестировали, правильно? Но я-то ведь не Кремниевая долина. То есть вот именно, понимаете, каждый раз важен ключевой момент сказать, что но я-то тут при чем? Вот, так. А я не понимаю, при чем тут я?